Первый раз этот праздник в нашей стране отметили в 2015 году. Тогда он пришелся на 7 февраля. Инициатором Дня зимних видов спорта выступил президент Российского олимпийского комитета Александр Жуков. Это было сделано для того, чтобы увековечить яркие воспоминания об Олимпиаде 2014 года в Сочи, а также повысить интерес к зимним видам спорта. Сегодня пригласили школы, пригласили детей, людей, которые, в принципе, не умеют кататься на коньках. Сделали для того, чтобы популяризировать массовый спорт. Олимпийский совет Севастополя совместно с Федерацией фигурного катания и Управлением по делам молодежи и спорта правительства Севастополя стараются каждый год готовить что-то новое. Например, в этот праздник добавился еще один вид спорта. В этом году в празднование зимних видов спорта введена новая дисциплина – кёрлинг. По федеральной линии было закуплено оборудование, и вот севастопольцы впервые пробуют себя в этом удивительном виде спорта. Новоиспеченные кёрлингисты пока в общих чертах представляют, что происходит на дорожке. Чтобы разобраться в тонкостях броска, нужна практика. Ее нарабатывают в ходе самого состязания. Первый раз я видел этот камень и первый раз бросал на самом деле. Просто на днях я смотрел открытие Олимпийских игр в Юхане. И там вот я смотрел, и как бы я понял смысл этих движений, смысл игры. Что самое важное, как вы думаете, какой-то прицел настроить или же сильнее толкнуть, как? Ну, тут тактика больше играет роль. Скажите, как вы считаете, в Севастополе кёрлинг приживется? Да. Почему? Ну, надо развивать. Кёрлинг существует в Севастополе несколько лет. Им занимаются наши спортсмены-колясочники. На ледовом катке «Мусона» мы занимаемся с 2016 года. В 2016 году мы первый раз принимали участие в чемпионате России по кёрлингу на колясках в городе Челябинске. Нам очень помогает старший тренер сборной России, обучает нас. Участники шуточных лыжных гонок признаются, лыжные палки слабо помогают, а иногда даже мешают быстро достичь финиша. Однако этот факт только вносит дополнительный драйв в соревнования. Это просто прекрасно чувствуется, такая свобода, знаете, как будто вы летите где-то. Вот, как-то так. То есть вы чувствовали себя птицей? Да. Какие ощущения? Отлично, мои эмоции, тепло, все согревается. Отличный день выдался. Гвоздем программы стал бобслей. Правда, вместо бобов использовали санки. Когда ускорения не хватало, участники помогали себе руками. Я неопытный бобслеист, я просто когда-то в детстве занимался фигурным катанием, стоял на коньках, поэтому приехал сегодня с детьми поучаствовать в этом мероприятии. Вот и все. Скажите, кто вас подставил? Кто подставил фигуриста и засунул его, собственно, на санки? Организаторы. Завершил праздник бесплатный урок по фигурному катанию от тренеров профильной федерации. Иван Клепачев, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.